22 апреля в Верхнеуральском доме культуры состоялся муниципальный этап областного телевизионного конкурса «Марафон талантов». Жюри выбрало 3 победителей, которые осенью представят наш район на зональном этапе. С 2014 года при поддержке законодательного собрания и губернатора Челябинской области проводится народный телевизионный конкурс «Марафон талантов». Участвовать в нем могут любые самодеятельные творческие коллективы и исполнители. По итогам муниципальных этапов от каждой территории отбираются 3 победителя, которые представляют свой город или район во втором зональном этапе. В этом году муниципальный этап конкурса прошел 22 апреля. Свои творческие номера на суд жюри представили 12 участников. Состав конкурсантов был разновозрастным, а номера разножанровыми. Самой маленькой участнице, Сашеньке Слатниковой, из Урлединского вручили подарок от Верхнеуральского местного отделения партии «Единая Россия». Как бы ни были интересны все участники, на зональный этап нужно было отобрать только 3 номера. После обсуждения жюри объявило свое решение. Представлять Верхнеуральский район на втором этапе марафона талантов будут танцевальная пара студии танца «Малахит» Алексей Багруденко и Полина Хлюстова, дуэт «Аннушка» и дуэт «Сестры Ганины». Пожелаем им удачи и прохождения в финал. Стоп!